Далее коротко о других событиях, произошедших в городе и области. За минувшие сутки жители области обнаружили 19 взрывоопасных предметов времен Второй мировой, а именно 7 минометных мин и 9 артснарядов различного калибра, одну авиабомбу и 2 гранаты F1. Все они были уничтожены пиротехниками ГСЧС путем контролированного подрыва. Архиепископ Лука осветил памятник мелитопольским летчикам 25-й гвардейской военно-транспортной бригады, погибшим в июне прошлого года в небе над Луганском. В Запорожском районе произошло ДТП с участием военной техники. МТЛБ под управлением водителя 94-го года рождения не выдержал безопасную дистанцию и врезался в буксируемое артиллерийское орудие. От полученных травм водитель МТЛБ погиб на месте происшествия. Материалы ДТП переданы представителям военной прокуратуры. Бойцы подразделения «СКИФ» на блокпосте в селе Конские Раздоры задержали военного из Николаевской области, пытавшегося провести гранату F1 и более 100 патронов.